В Японии десятки тысяч военных и спасателей продолжают вызволять из водного плена местных жителей, которые оказались в ловушке из-за наводнений. Бедствие принес тайфун Хагибис, сильнейший в современной истории страны. Выпало до 40% годовой нормы осадков. Число погибших возросло до 39, еще около 15 человек числятся пропавшими без вести, более 180 получили телесные повреждения. Такие данные приводят японские СМИ. Тайфун принес оползни и сели в 15 префектур Центральной и Восточной Японии. Около 100 тысяч домов остались без света, в том числе в столице Токио. Больше всего пострадала префектура Нагано. Здесь вышла из берегов река Тикума. Местных жителей пришлось эвакуировать на военных вертолетах. Людей размещают в эвакуационных центрах. Все четверо членов нашей семьи в безопасности, но наши машины и сельхозтехника вышли из строя. Когда я приехал сюда, воды было больше метра, и здесь было море. Я здесь работаю и подумал, что какое-то время мы работать не сможем. Хагибис в переводе с филиппинского означает «скорость». Окончательные масштабы ущерба еще предстоит оценить.